Шалом, дорогие друзья, мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит этот эфир, короткий, и поможет мне сформулировать некоторые мысли. После того, как я прослушал эфир Игоря Куца, адресованный мне по поводу закона, что я понял, друзья? Я, наверное, на все не дам ответы, потому что надо еще об этом думать. Но я увидел, что очень большая путаница в голове у Игоря. Очень большие завалы и большие твердыни, твердые твердыни, простите за тавтологию, непонимание Писания. Его, понимаете, это проблема многих людей, которых научили неправильно. Тут прерывается, я на работе, прерывается связь, поменял дислокацию. Так вот, Игорю не то, что нужно в первый класс идти, если бы в первый класс, Игорек, тебя нужно переучивать, а вот это самая неблагодарная вещь. Потому что вот ты научен людьми, которые не разобрались в теме закона. Закона и благодати. Ты путаешь вещи. Понятия, я немножко позже об этом скажу. Шалом. Вас научили люди, которые не разобрались в Писании, как и вы сами. Вам дали формулы, выхватили какие-то отдельные цитаты. Там «Я умер для закона», типа того, как говорит Павел. Которые не поняли и внушили вам, и вы на основании этого стали строить свою теологию. Но это смешно, Игоречек. То, что ты говоришь, это смешно. Это ни в какие ворота не лезет. Ну, например, я увидел, что ты путаешь элементарные вещи, путаешь оправдание законом от исполнения законом. Ты просто не понимаешь, что такое исполнение закона. Когда речь заходит о законе, у тебя сразу включается в голове кнопка, что значит человек оправдывается законом. Павел обращался к людям, к фарисеям, которые оправдывались законом. Но это не значит, что все в Израиле оправдывались. Это не значит, что все в Израиле были фарисеями-лицемерами. Павел говорит о людях, которые законно употребляют закон. Законно, то есть не оправдываясь. На самом деле оправдываться законом – это неправильно. Павел об этом пишет. Мы оправдываемся верой. Верой во что? Милость Божью, явленную нам в Иисусе Христе. Если бы я оправдывался своими делами, а я тебе говорил, что я грешный человек, я бы не надеялся на Царство Божие. Но я надеюсь на милость Божью, на аванс, который мне дал Иисус, Бог, когда родил меня свыше. Я надеюсь на милость Божью. Но в делах своих, на которые я не уповаю, как ты ошибочно думаешь, я стараюсь не грешить. Я стараюсь не грешить. А тебе этот вопрос совершенно непонятен. Итак, оправдываться законом не значит исполнять закон. Что такое исполнять закон? Ты говоришь так, вот перед тобой стоит чашка, ты не хочешь взять эту чашку, а тебе закон говорит, не бери чашку. Ты не хочешь брать эту. И ты тебя уносят в такие дебри. Если ты не хочешь брать эту чашку, а закон тебе говорит, не бери эту чашку, то ты не берешь эту чашку, и тем самым ты исполнил закон. У тебя в природе духовной твоей заложен закон. Если ты родился от Святого Духа, он в тебе заложен. Ты не будешь переступать закон. Почему? Потому что Христос исполнил закон и не нарушал. И ты во Христе не нарушаешь закон. Тебе не хочется блудить. Тебе не хочется воровать. Ты этого и не делаешь.
И это значит, что ты соблюдаешь закон. Ты не оправдываешься законом, ты оправдываешься Христом. Но ты соблюдаешь закон. Почему? Как только ты нарушил закон, как Шульгина прыгнул в гречку, все, ты грешник. Тебе нужно покаяние. Понимаешь? То, чему ты учишь, вообще оно, понимаешь, ты сам этого не осознаешь, но оно приводит к страшным результатам. Ты внушаешь людям, о которых ты сам говоришь, я не знаю, рождены ли они свыше, покаянные ли они, ты внушаешь, что они праведники во Христе. Вот скажи мне, пожалуйста, та же Шульгина, она праведница во Христе? Ну скажи мне, пожалуйста, тот же Марик, который проповедует онанизм, и там чуть ли не занимается в этом, в прямом эфире в группе проповедовал, сейчас его что-то не видно. Он праведник? Те же патриоты-националисты у нас, которые ненавистью дышат ко всему русскому. Они праведники? Ты мне скажи, контингент, которому ты внушаешь, что они оправданы, что они не грешат. Вот потому Шульгина оскорбляет не только меня, тебя и твою жену, она Духа Святого оскорбляет, говоря, что повелел ей заниматься оскорблениями. Ты представляешь, как твоя теология ослепляет людей, говоря им, что они святые и праведные. Они не праведники и не святые, если они грешат. Вот если они не грешат, тогда они святые и праведные. И не важно тут, как они соблюдают закон в Духе Святом, либо своими силами. Но если они его своими силами, конечно же, мы понимаем, что с помощью Божией, тут же Елисавета и Захария в Новом Завете, которые встретили Иисуса, они же были праведниками. Ничего непорочного они не сделали, так написано. Дух Святой, конечно же, им помогал, хоть они были в Дух Христовой эре. Конечно, праведники не грешат. Но если человек грешит, как он может называть себя праведником? Ты понимаешь, что ты сейчас меняешь местами добро и зло, свет и тьму? Ты называешь грех праведником, потому что ты думаешь, что у тебя так в голове, что человек рожден свыше, значит, он не грешит, он умер для греха. А он еще не умер для греха. Что, Шульгина умер для греха? Марик умер для греха? Эти националисты умерли для греха? Ты сам, разве ты умер для греха? Нет, Игоречек, ты живой, ты грешишь, еще как грешишь. Просто твоя беда в том, что ты не видишь своих грехов. Ты позволяешь дьяволу в группе, где ты администратор, творит сатанинский бал и говорит, что это не моя ответственность, это ответственность Духа Святого. Ты ошибаешься, друг. Если тебе Бог дал ответственность администраторам христианской группы, ты же имя Христа присвоил этой группе. Неси ответственность. Назвался груздем, полезай в кузов. Ты отвечаешь. Да, за Марину, может быть, и ты отвечаешь, которая наложила на себя руки после того, как на нее наехала Шульгина и там ее кодла. Это, может быть, и ты отвечаешь. Да, Игоречек, так оно по-божьему получается. Поэтому праведник ты или грешник, это не ты сам решаешь, внушив себе, что ты праведник, а твои дела, реально твои поступки. Что мы получаем? Группа называется «Во Христе», а тут творится черти чё. Кто за это отвечает? Конечно, администратор, в первую очередь. Администратор, а потом те, кто творят беззаконие под именем Христа. Украинская церковь, ты посмотри.
Вот церковь протестантская, которая вот так, как и ты, в этой теологии беззакония. А, мы под благодатью, значит, мы не грешим. Есть такая теория, доктрина лживая, great is grace, великой благодати, которая говорит, благодати больше, чем греха, поэтому сколько бы ты ни грешил, ты все равно спасешься. Написано, если человек грешит осознанно, то не остается больше крови прощения. Не остается за него искупительной жертвы. Если он грешит осознанно. А ты вбиваешь ему в голову, да сколько бы он ни грешил, он все равно правит. Понимаешь, ты сам находишься в самообмане. И других вводишь в самообман, что они праведники. Только потому, что они верят во Христа. Ты знаешь, как они верят во Христа. Ты знаешь, может быть, он утром ходит в церковь, а вечером он грабит подъезды, чужие квартиры или в переходах грабит. Ты знаешь его. Вон как этот, кто у нас тут был, христианин, который матерился, я забыл, как его зовут, и жену избивал. Это праведник, да? Что ты таким людям внушаешь? Что ты Шульгиной внушаешь? Что они праведницы? Что она праведница? Зачем ты людей обманываешь? Потому что ты сам обманут. Ты сам считаешь себя безгрешным. Вот это лживая, нечестивая теология. Распутство. Под прикрытием благодати, под прикрытием веры. Так вот, закон, Игоречек, нужен не для того, чтобы им оправдываться, а для того, чтобы знать, что можно делать, а что нет, и чтобы проверять себя. Ты благодатник, ты веришь, но ходишь и грабишь. Так задумайся, посмотри на закон. Закон говорит, что это грех. Благодать тебе говорит, вам греши дальше, да? Значит, тебе это не Дух Святой говорит. Тебе это не Дух Святой говорит. Так вот, насчет Украины. Вот церковь, вооруженная такой лживой теологией, great is grace, оправдание, что греши сколько хочешь, ты все равно оправдан и спасен. Вот она потеряла берега. Она не обличала грехи общества, и она свои грехи не обличала. И грехи общества, когда люди вышли на Майдан свергать власть, она их не обличала. Когда началась гражданская война, церковь не обличала. Когда ставили памятники убийцам, антисемитам, Бандере, церковь молчала. Когда люди скакали, Украина по НУЦЕ, скакали на Майдане, кто не скачет, той москаль, церковь не обличала. В русофобии человека ненавистничества. Церковь молчала. Она считала, что все хорошо, вот к чему приводит твоя, Игоречек, лживая теология благодати, которая покрывает всякий грех. Шалом. Откройте глаза на свои дела. Посмотрите, кто вы на самом деле. Трезво. Выкиньте эту шелуху, которую вас обманули. В церквях глупые учителя, не разобравшиеся в апостоле Павле. Иисус говорит, кто не йоты не исчезнет. Йота – это самая маленькая буква, ют, в иврите, из закона. Небо и земля придут, но ни йоты не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Кто будет этому учить, тот будет высоким наречется, большим, а кто будет учить против закона, наименьшим наречется. Это учение Христа. Ты, Игорь, выступаешь против учения Христа, а говоришь, что это учение Христа. Ты представляешь, куда, как ты далеко заблудился. И тебя так научили, тебя научили неправильно. Поэтому я говорю, что тебе, Игорь, нужно не просто в первый класс. Тебе нужно переучиваться, то есть забыть все то, чему ты научился, и в нормальное получить нормальное от Бога учение. Для чего нужен закон? Что человеку нужно проповедовать. Сначала обличать его грехи, зайди, выйди на улицу, скажи,
первому встречу, ты грешник? Он, да какой я грешник? Они же все праведники, почему они не каются? Потому что они в своих глазах праведные. Значит, ему нужно сначала показать, что он грешник, сказать, смотри, ты считаешь, что ты праведный, а и тут закон подсунем. А ты никого не грабил, а ты никогда не мечтал переспать с чужой женой, а ты ничего не украл. Им нужно проповедовать закон сначала. И потом, когда человек дойдет, а, да, я действительно грешник, кто меня спасет от меня самого, потому что ты сильнее меня, все грабят, и я граблю, растащили бедную Украину. Тогда ему сказать, а вот теперь благая весть, вот Христос пришел помочь тебе. А в итоге, что, если вы выбрасываете закон, все праведники, зачем человеку Христос? Он и так праведник в своих глазах, а он грешник на самом деле. Ему страшно нужен Христос, но он не знает об этом. Такие лживые учителя, вроде тебя, обманули его, говорили, что он праведник. А он грешник, Шульгина грешница, Марик грешник. Эти патриоты-националисты грешники, им нужно каяться. Ты грешник, Игорь. Тебе нужно каяться в том, что ты не понимаешь ответственности, в том, что ты учишь лживым доктринам, в том, что ты сам научен неправильно. Понимаешь, Игоречек, я тебе это говорю с любовью, чтобы кто-то тебе мозги прочистил наконец. И ты понял, что называть группу, которой творится беспредел именем Христа, это значит бесчестить Христа. Тебе никто это не скажет, может быть, а может быть тебе все об этом говорят, да ты не слышишь. Поэтому спасибо тебе за тему, которую ты поднял. Пусть тебя Господь благословит. Это мой такой, извини за эмоциональность, был спич, ответ на